Добрый день, меня зовут Владимир, я представитель компании Drive Scooters в России. Первые наши карбоновые рули в партии 200 штук уже в России. Вы можете их приобрести в магазине Доски Шоп. Также мы планируем ближе к лету организовать новую поставку, но уже в разных цветах. Всем привет, и наконец-то в наш магазин приехали вот эти долгожданные рули, которые вы так долго ждали. Мне его давали на тест в начале июня, и моя задача была его сломать. Это у меня не вышло, я пробовал делать всякие трюки, пробовал его швырять. Ну, все это вы прекрасно видели в наших видеороликах. Я давал это другим ребятам покататься, давал команде. Вот, ничего у меня и у других ребят не вышло, поэтому за качество мы уверены и можем смело сказать, что это не только самый легкий руль, но и очень прочный для своего веса. Поскольку нам не удалось его сломать, мой руль все-таки сломали, но механическим воздействием на импровизированном стенде. В ближайшее время вы увидите этот ролик, узнаете, сколько грузиков мы на него навешали, с какой высоты скинули, чтобы сломать его. Вот, я думаю, это будет вам интересно. Ролик сейчас в данный момент находится на монтаже. И сейчас я вам покажу еще раз руль и скажу самую важную вещь, которую вы должны будете сделать после того, когда вы его получите на руки. После того, как вы его распакуете полностью, в комплекте имеется вот такой вот адаптер. Его нужно будет обязательно установить в сам шток руля, чтобы когда вы ставите СКС, вы не могли его перетянуть и он не лопнул. Без него он, естественно, не будет так прочен. Так что обязательно вставляйте вначале шток, потом устанавливайте его на систему СКС и катайтесь, не знаете бед. Ну что, ребят, пойдемте соберем заказы. И также отдельно хотелось бы нам поблагодарить всех тех, кто в нас поверил и доверился нам. Что ж, они получат эти рули первыми и с очень большой скидкой. Кстати, мы продолжим такую практику и будем делать сертификаты и по другим нашим поставкам, продукциям. Так что внимательно следите за нашими новостями. Всем остальным предлагаю поспешить, так как рулей осталось не так много, а именно чуть меньше половины. И также хотелось напомнить, что те, кто заказывал у нас в интернет-магазине, к ним приходят на почту промокоды, которые действуют целый месяц. И эти промокоды можно применить также к этому рулю. Кстати, как вам идея сделать этот руль в других цветах? Напишите в комментариях об этом, что вы думаете. Надеюсь, для вас эта информация была интересной и полезной. А также в описании мы закрепим инстаграм бренда Drive Scooters. Там будут анонсы с новиночками, так что следите, подписывайтесь. С вами был Артем Гаврилов, магазин Доски Шоп. Всем пока!